Затерянный мир, по коже дрожь, не лучше и не хуже, сам на себя похож. И только ложь стала непобедимой, южный регион, встречай психолира. Расставляя все на свои места, мокрые дожди и лужи, боли, грязи, дыры в стуже. Ненавижу то, что кружит, а потом убивает, крест на могиле в коже. Слезами заливаешь сердцебиение, твое часто замедляет, выставляет стыд твой наружу. И неумение к делу закрывается цвета твоих стремлений, в суете этих дней. Здесь каждый гений, только много безразличия, да пустые затраты. Вы хотите жить богато и видите злато. Заплевать хотят ничтожно, не культурно себя влить, не отдавая свое тело за куски грязной бумаги. Так зачем это надо? Кому это надо? Настроение постоянного разлада. Кому это надо? Выпивать чашу страха, отдавать свою голову слепо на плаху. Заработанные доли тратишь по уму, красавец, отдавая часть на жизнь сестренке или маме. Ты живешь этим днем, и ты живешь этим миром, заставляешь понять, что так мило и красиво накаляются страсти. Беззаконие на людях пасти, ты скажешь, здрасте мне, иди, моя дорога в ней становится опасней. Так зачем это надо? Кому это надо? Настроение постоянного разлада. Кому это надо? Выпивать чашу страха, отдавая свою голову слепо на плаху. Так зачем это надо? Кому это надо? Настроение постоянного разлада. Кому это надо? Выпивать чашу страха, отдавая свою голову слепо на плаху. Так зачем это надо? Кому это надо? Отдавать свою голову слепо на плаху. Откликнитесь, люди, посмотрите мне в глаза. В слезах только печаль, в душе лишь гроза. В забытом сознании лишь куча храма. И вся наша жизнь бесконечная драма. Цепочка потерь, сплошных неудач. Чем больше уродства, тем громче плащ. Чем страшнее палач, тем острее топор. Чем тупее разговор, тем выше забор. Чем ярче обман, тем меньше правды. Ведь этому нас учат ваши телеэкраны. Разбавляя мозги, ставьте сюда миксер, сболтайте и выпейте как эликсир. Все теперь вы только зомби, короткий с тараканами. Пожрать поспать с определенными планами. Берете тупость рамки и учите тому детей своим продажным видом. Не отлично отвлечь, сбивая себя. Поборники мести, найдете свое имя на заброшенном кресте. Что в итоге? Да, мертвая зона, где правда существует только вне закона. Киборги, трупы до мозга и костей, и по вам слышен плач восковых свечей. Зачем это надо? Кому это надо? Настроение постоянного разлада. Кому это надо? Выпивать чашу страха, отдавая свою голову слепо на плаху. Так зачем это надо? Кому это надо? Настроение постоянного разлада. Кому это надо? Выпивать чашу страха, отдавая свою голову слепо на плаху. Так зачем это надо? Кому это надо? Настроение постоянного разлада.